О существующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса рассказали во время круглого стола в УК «Техноазис». Руководство организации устроило встречу с представителями администрации. Предприниматели хотели узнать, какие субсидии можно будет получить в этом году и как оставить на плаву свой бизнес в период ковидных ограничений. В основном, конечно, предприниматели интересуются финансовой поддержкой. Они все после наших тяжелых последних 2 лет хотят, чтобы им помогали. Мы это осуществляем как и на муниципальном уровне, так и на областном. В прошлом году 10 компаний на местном уровне получили субсидии, а также 31 организация была профинансирована на сумму до 50 миллионов рублей из областного бюджета.